историю рассказать, если интересно? Да. Интересно, да? Да. А, ну ладно. Сами напросили. Гитару в руки взял. Еще. Ну, таким вот, да. Хотел подражать Владимиру Высоцкому. Немножко, конечно, формат не получился Высоцкого, но тем не менее. Вот. Нигде не учился. Ну, в гитаре нигде не учился, то есть это самоучка, то есть абсолютно. Ну, мама, конечно, пыталась меня запихнуть в одну из музыкальную школу. Вот, ну, толку от этого никакого не было. Улица, двор, пацаны с гитарами. Сидел, смотрел. А что они делают? А вот так, вот так. Вот. Мама, гитару купи, да? Ты урка будешь, какая гитара, ты что? Какие гитары? Все, потом купила. Сидел, вот так, что-то на дворе, вот сюда нажимаю, вот так вот, раз, там, да, нажимаю. Фига не получается. Месяц-два. Что-то начало получаться. Вот. А, давно это было, вот, а дальше было... 1993 год была образована группа товарищей. Репетиционная точка была здесь неподалеку, дом пионеров железнодорожного района, в которой мы, ну, наверное, пару лет репетировали, выступали и так далее. 93-й, 94-й. Вот. Ну а дальше так немножко, конечно, обломалось, потому что ушел служить в ряды вооруженные армии и так далее. Вот. Люди, ну, живы, конечно, которые играли со мной, не все, конечно, ну, некоторые умерли. Да. Ну, причем трагически погиб, ну, так, фактически, в прошлом году, соратник, да, в больнице Семашко. Слушайте, вы умеете так настроение у людей держать на этом, вот, на крайности? Да, ну, я потом в конце спою его одну песню. Ну, одну песню я спою его. Вот. Ну, что, начнем тогда, да, наверное? С нее. Нет, я спою последнюю. Я объявлю, что это песня, чья это песня, то есть кто это, что это и так далее. И, вот. Ну а сейчас начнем так, как бы, ну, с моего творчества. Подпевай. Когда солнце покажется на 10 минут, сняв при этом свои очки, станет теплее и там, и тут. Ну а потом опять зима. Короткие дни и длинная ночь сводят меня, как прежде, с ума. Мысли мои похожи точь в точь. Они сегодня, как и вчера. Замерзший город живет во мне. Свет из окон и белый снег. Мертвый город и мертвый мозг. Все начинается очень легко. Все начинается очень легко. Кто-то забыл недопитый чай. Кто-то смог лишь закурить. Смотри на небо, это солнце. И вредная память не даст забыть. Если ты хочешь, то пойдет дождь. Если желаешь, то выключим свет. Думай, ведь дальше будет легко. И останется все в сумерках лет. Замерзший город живет во мне.
Нет, из окон и белый снег. Мертвый город и мертвый мозг. Все начинается очень легко. Все начинается очень легко. Все начинается очень легко.